Շարունակենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ու եթերում կրկին Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկման հաջորդ թեման իհարկե Ուկրաինան է, բայց ոչ միայն։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ագրեսիայի դիմագրավման հետ կապված այո տեղի են ունենում ռազմական գործողություններ, բավականին ակտիվ, դրանք տեղի են ունենում նաև Ռուսաստանի ներսում, Կուրսկի մարզում, և այնպես չէ, որ որքան էլ որ ռուսական պրոպագանդան խոսի, որ օրինակ Պոկրովսկի ուղղությամբ առաջխաղացում կա, դա այդքան էլ այդպես չէ, այդտեղ ամրացված շրջան է, և ռուսներն ուղղակի այդ բետոնների վրա կջարդեն իրենց ատամները վաղթեուշ, չնայած իրենք փորձելու են, քանի ուժ ունեն, այսպես մսային գերոհների ձևով ուղղել այդ ուղղությամբ, փորձելով գործածել այն սկզբունքը, որ ջուրը կաթալով քար է ծակում, ամեն քար չի, որ ծակվում է նախ և առաջ։ Եվ սրա հետ մեկտեղ ռուսական դիվանագիտությունը ինչ-որ անհասկանալի և ոչ ադեկվատ ակտիվություն է ցուցաբերում, այդ թվում նաև հայկական ուղղությամբ, որքանով է մեկը մյուսի հետ կորելացվում և որքանով կարելի է լուրջ ընդունել ռուսական այս բեմականացված ակտիվությունը, օրինակ այսօրվա Կոպիրկինի հայտարարությունները, հա, որ ուղղակի փորձ է թերագնահատել հայ հանրության մտավոր ունակությունները, ինչ հետ կապված նաև կառավարող մեծամասնությունից էլ համապատասխան արձագանք եղավ բերանը փակելու համար, այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ քննարկման համար ես մի քարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար տեսակապով Կիևից և ուզում եմ սիրով ներկայացնել։ Наш сегодняшний гость – украинский эксперт из Киева, директор Центра изучения новой геополитики Михайло Самус. Приветствую вас, господин Самус, и большое вам спасибо, что приняли мое приглашение. Здравствуйте, очень рад вас видеть. Господин Самус, вот мы видим довольно активные военные действия на войне, которую ведут вооруженные силы Украины, отражая российскую агрессию, это делают не только на территории своей, куда вторгся противник, но и на территории самой России, презентуются и применяются доселе просто беспрецедентные виды вооружения по своей мощи и дальнобойности, выметая и инфраструктуру российскую, да, и энергетику, нефтеперерабатывающий комплекс. Но, во-первых, что происходит? Потому что россияне говорят, что мы все равно не ослабили свой натиск на основных для нас направлениях, и они приводят в пример Покровское направление, говорят о том, что вот-вот добьются каких-то феноменальных успехов там. И вот на этом фоне российская дипломатия ведет себя, на мой взгляд, странно, потому что они хотят показать, что как бы ничего не происходит такого. И все дела ведутся в обычном режиме. Они очень активны. Вот в Армении сегодня российский посол выступает, снова предлагает роль честного брокера, да, Россия и честный брокер, оксюморон. Между Арменией и Азербайджаном, то ездит в Монголию, раньше, чуть раньше в Баку. Вообще, насколько стоит вообще серьезно воспринимать вот всю эту инсценированную активность России, якобы вне контекста происходящего с ее армией в войне с Украиной? Вот ваша общая оценка, во-первых, что происходит, ну и вот корреляция. Прошу.
Да, на самом деле на фронте действительно сейчас очень напряженная обстановка, но если посмотреть на то, что происходило неделю назад, действительно России удавалось продвигаться вперед с большими потерями, но продвигаться вперед. Неделю назад уже были определенные признаки того, что Украине удалось канализировать российское наступление из 7-6 направлений на одно направление, на Покровское, куда Россия сейчас сконцентрировала все резервы. И вот на протяжении последней недели наступление и на Покровском направлении было заторможено. То есть если посмотреть на карту изменений за последнюю неделю, фактически на Покровском направлении движение было остановлено. Россия сейчас пытается расширить фланги, пытается наступать на юг, на населенный пункт Селидово последнюю неделю, но и там нет никаких продвижений. То есть получается, что на фоне украинского наступления в Курской области на Донбассе у России перестает получаться продвигаться. Это то, о чем мы и говорили, что России придется решать вопрос, решать дилемму. Так что же делать дальше? Или снимать резервы с Донбасса, останавливать наступление в Донбассе и отправлять их на Курскую область, или вытаскивать оставшиеся даже войска с Курской области, позволив Украине идти вперед, а Украина на самом деле в информационной тишине, но продолжает наступать в Курской области. Просто эти достижения нигде не показываются. Есть информация у меня, но я не буду ее озвучивать. Через недельку мы все это увидим. Так вот, сейчас России нужно действительно принимать решение или останавливаться на Донбассе и каким-то образом нейтрализовать продвижение украинской армии, или плюнуть на Курскую область и попытаться выполнить политическую задачу Путина. Что происходит параллельно? Россия последнюю неделю просто истерически наносит удары по украинской гражданской инфраструктуре. Бьет просто вот по городам. Буквально неделю назад, точно вот пятницу вечером, был удар по Харькову, просто по центру города авиабомбами. Авиабомбы, которые уничтожили просто гражданских людей, там не было никаких военных объектов. Дальше Сумы, государственный университет разрушен. По Киеву с 26 августа наносятся просто массированные удары. Вот сегодняшняя ночь, 9 часов была воздушная тревога, около 60 Шахедов, это дальнобойные иранские дроны, которые терроризировали целую ночь киевлян. Все они были сбиты фактически, но сам факт вот этих истерических ударов. Удар по Полтаве, попали по военному училищу. Формально это, конечно же, военный объект, но далеко от линии фронта погибло 55 украинских военных, которые учились там, 300 раненых. То есть можете себе ощутить масштабы. В эту же ночь по Львову был нанесен удар, просто по гражданским домам уничтожено несколько семей, в том числе вот одна из семей, муж, отец выжил, трое детей погибло, жена молодая погибла. Вот такая вот обстановка. То есть что делает Россия? Россия давит психологически, Россия пытается заставить нас сдаться, согласиться на то, что у нас нет сил, что на Донбассе все пропало, что Курская область бесполезная, вот эта вот операция и так далее. Но на самом деле украинцы очень стойко это все переносят. Я могу сказать четко, что город Киев, например, живет, все продолжается, украинцы настроены продолжать борьбу, и Путин зря вот это все истерит и убивает гражданских. Это ему никаким образом не поможет. Что происходит на международной арене? Вот поездка в Монголию Путина, это была такая проверка на самом деле, а что же будет делать Соединенные Штаты? Правда ли предположить, что, или правдиво ли предположение, что в рамках предвыборной кампании администрация Байдена и предвыборный штаб Камалы Харрис просто сейчас игнорирует то, что происходит и в Украине, и будет игнорировать все остальные нарушения, такие вот открытые, демонстративные нарушения международного права. И оказалось, что действительно правда. Соединенные Штаты фактически не отреагировали на нарушение Международного криминального суда. Я просто напомню, что Монголия, как участник МКС, должна была арестовать, задержать господина Путина и выдать его Международному криминальному суду. Но в связи с тем, что явно Китай
и Россия надавила на Монголию, Китай в первую очередь дал гарантии Путину, что он может приезжать. Это был такой эксперимент. А что сделает вот на такую российскую и китайскую, это российско-китайский такой демонстративный прием был, проверка, что сделает Соединенные Штаты, что сделает ООН, что сделает Европейский Союз, НАТО и так далее и тому подобное. Ничего не было на самом деле предпринято. Оказалось, нет никакого механизма, как наказывать Монголию. Ну, были просто заявления, что да, вы плохо сделали, вы себя повели неправильно, вы себя повели некрасиво, вам будет очень плохо. Но на самом деле я себе могу представить, что Улан-Батор, который находится зажатый между Россией и Китаем, исходил из практического смысла происходящего. А что будет, если они не пойдут на сделку с Китаем и Россией, а в ответ Россия и Китай начнут бить по Улан-Батору экономически, энергетически. Поможет ли Соединенные Штаты? Поможет ли Европейский Союз? Очевидно, что ни Вашингтон, ни Брюссель не предложил никаких взамен какой-то помощи Монголии. И это вот и означает, что Россия постепенно, в том числе опираясь на Китай, начинает действительно открыто разрушать существующее международное право и демонстрировать то, что Соединенные Штаты утратили мировое лидерство, а Европейский Союз еще не готов взять на себя роль просто арбитра, хотя бы, который пытается защитить международное право, защитить тот порядок, который еще худо-бедно существует. Поэтому вот мое объяснение – это то, что Соединенные Штаты погрузились в предвыборную кампанию. Американцы сейчас вообще просто боятся даже упоминать слово «Украина» в своей предвыборной кампании. Если посмотреть митинги Камалы Харрис, ну, Трамп часто употребляет Украину, но, правда, в другом смысле. Да. Но вот демократы, они избегают вообще говорить о российско-украинской войне, очевидно, опять опасаясь той самой эскалации, о которой постоянно говорит Салливан, Бёрнс, и мне кажется, они до сих пор находятся в шоке от Курской операции. Они не могут понять, почему не началась ядерная война, что вообще происходит. И Соединенные Штаты, к сожалению, находятся сейчас в таком оцепенении, которое позволяет оси зла или оси сопротивления, как некоторые говорят, которая сейчас пытается разрушить тот порядок, который был установлен после Второй мировой войны, после Холодной войны. И, в принципе, к сожалению, это получается. Господин Самус, во всех вот этих военных, политических процессах очень важно такое понятие, как вот по-английски говорится, тайминг. Да, американцы сейчас просто погрузились полностью в предвыборную борьбу, и все, что там происходит, независимо от того, внутриамериканский процесс или внешнеполитический, это все укладывается в предвыборную логику. Даже, казалось бы, если связи нет напрямую, но тем не менее. И да, фактически сегодня вот начало сентября, остается еще 2 месяца вот такой, можно сказать, неразберихи ввиду зацикленности Америки на своих выборах. В Европе также в режиме ожидания, а что будет там. Причем в таком состоянии фрустрации после того, как стали известны итоги выборов в Тюрингии, в Саксонии, да, когда вот эти ультраправые и ультралевые просто порвали политическое поле на уровне 2 ландтагов в Германии. Вот как вам кажется, ну хорошо, с этими 2 месяцами все ясно. Насколько оправданы ожидания того, что через 2 месяца может все стабилизироваться и более конкретизироваться в позициях, скажем, основных субъектов и прежде всего в лице союзников Украины и лидера свободного мира? Ну, маленькая ремарка. К счастью, президенту Макрону удалось разрулить ситуацию. Да. И можно снимать шляпу просто
насколько он это красиво сделал. Хотя, помните, перед выборами уже все говорили, хоронили Францию, что там ультраправые, ультралевые сейчас действительно разорвут республику, и конец демократии в этой стране придут совершенно неприемлемые, в принципе, для окружающей Европы, прежде всего, да и для нас, для Украины, Армении, например, силы. Но на самом деле Макрон разыграл такую партию, которую можно, наверное, в учебниках потом изучать. И сейчас фактически формируется стабильное правительство, которое будет опираться как раз на Макрона и на силы Макрона в парламенте. То есть здесь, слава богу, хотя бы с Францией все понятно. Я как раз и надеюсь, что вот та концепция стратегической автономии, которую продвигает Макрон, она сейчас набудет нового смысла. Кроме того, Урсула фон дер Ляйен, как президент Еврокомиссии, точно так же сейчас защищает стратегическую автономность Европы и продвигает концепцию так называемого Европейского оборонного союза. Угу. Это что-то новое. Кроме того, на этом фоне есть еще попытки Европейского союза, опять же Урсула фон дер Ляйен, и заключить договор о безопасности с Великобританией, который выходит за рамки только безопасности. И это очень хорошая тенденция. То есть мы видим, как Европа все-таки начинает ощущать себя субъектом, который должен брать на себя ответственность. Хотя бы пока не глобально, но хотя бы регионально и субрегионально. Это уже хорошая новость, потому что если вспомнить 5-10 лет назад, Европа совершенно не хотела заниматься вот такими ответственными делами вокруг себя, а отдавала все это на откуп кому-нибудь, лишь бы этим не заниматься. Больше всего говорилось о экономике, газу, дайте больше газа с России, все будет хорошо, мы будем заниматься бизнесом и наращивать экспорт из Германии и так далее. Поэтому, если мы говорим о тайминге, то есть хорошие тенденции в Европе, например, несмотря на то, что, казалось бы, там и в Германии не все спокойно, да, и вообще, в принципе, мало хорошего сейчас происходит. Но вот что касается Соединенных Штатов, к сожалению, у меня все-таки мои предположения, мои прогнозы, они больше скептические, больше такие вот негативные, поскольку вот эти два месяца действительно, я думаю, что и администрация Байдена, и предвыборный штаб Камалы Харрис будут избегать любых резких движений и в том числе опасаться какой-то эскалации российско-украинской войны, поэтому нам здесь, к сожалению, надеяться мало на что можно. И дальше, кто бы ни победил, то есть если побеждает Трамп, первые месяцы будут очень непрогнозируемые, я думаю, будет очень много нехороших тенденций, процессов. В конце концов, через несколько месяцев Трамп под давлением, скажем так, внутренних, внешних сил, обстоятельств и так далее, он придет к более-менее нормальному бою, и Конгресс стабилизируется. Но это будет, наверное, скажем так, через полгода после выборов, после инаугурации, то есть ближе к середине 2025 года. Если же придет Камала Харрис, здесь ситуация еще, мне кажется, будет хуже. То есть все-таки она будет сфокусирована больше на внутренние дела. По внешней политике минимум будет активности, поскольку вот она на самом деле очень мало определяет внимание не только российско-украинскому конфликту или войне, а вообще просто внешней политике. Она больше позиционируется как прокурор, который будет наказывать преступника Трампа. А вот что касается внешней политики, упоминается Израиль часто, а вот остальные процессы, совершенно вне ее внимания, это можно понять, она не специалист внешней политики, ей это не нравится, она не любит этим заниматься, то есть будет заниматься кто-то другой, мы еще не знаем, кто у нее в команде будет определять внешнюю политику или какие-то внешнеполитические шаги, но в любом случае ей это не будет интересно, точно так же, как и вице-президенту Вольцу, если он станет вице-президентом, он также все-таки сфокусирован больше на внутренние процессы. И на этом фоне, если побеждают демократы, в Конгрессе все-таки будет еще более напряженная обстановка, если победят республиканцы. И в этом плане, я так скажу, что в Украине мы все-таки исходим из наихудшего сценария, когда Соединенные Штаты самоизолируются, и нам нужно будет как-то с Европой, с европейскими союзниками выходить из той ситуации, в которую погружаемся сейчас мы активно. Вот сегодня, например, было заявление
советника администрации Байдена Кирби о том, что Украине не стоит разрешать бить оперативно-тактическими ракетами «Атакамс» по российской территории, поскольку все равно Украина сможет таким образом уничтожить лишь 10% авиации России. Ну, извините меня, 10% авиации России – это немало, но вообще объяснение детское. Это какие-то вот отговорки. В любом случае, понятно, что администрация Байдена не будет разрешать Украине бить американским оружием, во всяком случае, баллистическими ракетами по России. Вот такая вот ситуация, которая демонстрирует, что на самом деле мы в Украине исходим из наихудшего сценария. То есть нам сейчас нужно концентрироваться внутри, нужно пытаться производить свои баллистические ракеты, надеяться на свои силы. Понятно, что это очень сложно сделать в условиях войны, но у нас здесь иллюзий нет. Соединенные Штаты, скорее всего, уходят в самостоятельное плавание, можно так выразиться, и на них сейчас надеяться очень сложно. Господин Самус, но все-таки я настраиваюсь больше на оптимизм, когда вспоминаю, например, речи Камалы Харрис на должности вице-президента на открытиях Мюнхенской конференции ежегодно. Это были такие пламенные речи именно в русле тех доктринальных документов, которые администрация Байдена приняла в начале 2021 года. И, может быть, еще вот за оставшиеся 2 месяца, и тем более на фоне тех абсолютно морально уродливого поведения Путина в этой войне, да, вот эта бомбардировка Полтавы, эти бестолковые удары по центру Львова, которые просто с точки зрения войны никак не объясняются. И это может подстегнуть очень многое. И я все-таки... у меня более оптимистичные, скажем так, ожидания в итоге. Да? Теперь и последний вопрос, чтобы вас не задерживать. Смотрите, вот россияне сейчас позиционируют с таких активных внешнеполитических позиций, да, там, как мы вот говорили, там, Азербайджан, Монголия, теперь мирить Армению и Азербайджан, еще, как вы знаете, по этому так называемому коридору вот российско-азербайджанский этот кейс, который резко не понравился Ирану, и посол России был вызван в иранский МИД и сделали ему внушение, что нас обойти мы вам просто не дадим. Мой вопрос следующий. Вот на этом фоне руководство Армении вчера заявило о том, что посетит и этот неформальный саммит БРИКС и саммит СНГ. Конечно, вот это демократическая часть армянского общества резко возмутилась в силу этого. Но мы понимаем логику, что российскую угрозу воспринимают всерьез и вот принимают такие решения. Я, конечно, не буду вас просить давать оценку этому, но вопрос это мой следующий. Насколько серьезно стоит воспринимать вообще вот эти позиционирования России внешнеполитические? Вот, в таких странах, как мы, как или центральноазиатские страны, да, с таким умным выражением лица что-то от себя предлагать. Вот ваш комментарий по этому поводу. Я еще ремарку сделаю по Камале Харрис и отличие от Байдена, почему у нас критически относятся. Она очень технологически будет относиться к любым вопросам, но у нее нет никаких эмоциональных ощущений по поводу ни Украины, ни Армении, ни вообще, скажем так, Европы, Восточной Европы и так далее. Она все-таки прокурор, она внутриамериканский
да. чиновник, и поэтому у Байдена есть свои эмоции, и исторические, и эмоционально у него, то есть, грубо говоря, у президента Зеленского была возможность поговорить по душам с Байденом и все-таки выйти на какие-то общечеловеческое понимание каких-то проблем и в крайнем случае принять это решение так, как это нужно и требует действительно время. И даже вот у меня в Украине у многих остается еще последняя надежда, что президенту Зеленскому удастся уговорить президента Байдена уже под конец каденции принять решение о передаче и ракет дальнобойных, и ударов по российской территории чисто на эмоциональном уровне, не на технологическом. У Камалы Харрис этих эмоций нет, и в этом-то и заключается проблема. Нет химии вот этой эмоциональной, и она будет принимать решения, исходя просто из того, что ей посоветуют, то, что ей напишут аналитики. Вот очень важно будет и для нас, и для вас, кто же будут эти аналитики, эти специалисты, которые будут писать докладные справки Камале Харрис, и речи будут ей писать, спичи, когда она будет их говорить. Да, вот эти пламенные речи, которые писали во времена Байдена, будут ли ей писать такие пламенные речи и дальше? Вот это вопрос. А что касается России и БРИКСа, например, ну там еще и президент Турции Эрдоган хотел бы посетить этот саммит. На самом деле, понятно, Турция в своих интересах действует, пытается играть, как всегда, многовекторно. Но, опять же, есть такое понятие, как размывание вот этой платформы. БРИКС постепенно превращается в тот же самый ШОС. То есть постепенно из той как бы альтернативы G7, такой мощной организации потенциально, она превращается, опять же, размывается ее границы, размывается идеология, размывается вообще смысл существования, и формируется тот же самый ШОС. И я думаю, что постепенно так и произойдет. То есть разница между ШОС и БРИКС постепенно исчезнет. Это будет такой китайский клуб, в котором каждая дальше страна, Россия или Индия или Турция, будут свои национальные интересы как-то продвигать. Что касается России, действительно, еще раз повторюсь, Россия прощупывает, ну и Китай тоже, естественно. Китай очень чутко относится к тому, что Соединенные Штаты уменьшают свое влияние глобальное. Это то, чего, в принципе, Китай добивается. Понятно. На фоне уменьшения влияния Соединенных Штатов, расширять свое влияние геополитическое, экономическое. Вот буквально на этой неделе состоялся форум Китай-Африка. Да. Это очень, очень мощное мероприятие, и оно свидетельствует о том, что Китай работает системно на фоне того, что Запад и Соединенные Штаты, и Европа потеряли свою стратегию, потеряли концептуальное понимание, что они могут делать с Африкой, в Африке, как они могут выстраивать отношения с Африкой. Россия и Китай это четко почувствовали, играют на антиколониальной повестке, антизападной, и отлично продвигают сейчас свои стратегии. К сожалению, еще одна такая ремарка, и Соединенные Штаты, и Европа вообще сейчас очень слабо понимают свои стратегии и концепции в разных регионах мира. Что они хотят на Ближнем Востоке, что они хотят на Кавказе, например, на постсоветском пространстве, в отношении Украины. И даже часто не понимают, что они хотят друг от друга, я имею в виду Соединенные Штаты и Европейский Союз. И вот это вот и является главной проблемой. Потеря компаса – это самая главная проблема, потому что Китай, Россия – они понимают, что они хотят. Они разрушают этот мир, они разрушают то, что строилось после Второй мировой войны, Холодной войны, и пытаются дальше продвигать свои интересы. Хотя, например, у России в основном деструктивная повестка, у Китая все-таки более концептуальный подход. У России все-таки деструкция основа. И поэтому они так активно и действуют, не рассчитывая на строительство чего-то нового. Что на Кавказе, что против Украины, что в Европе. Россия сейчас пытается разрушать, подыгрывая Китаю, рассчитывая сохранить путинский режим максимально долго. Вот эти вот задачи они видят очень четко. И, к сожалению, у наших западных партнеров нет понимания, как этому противостоять. Вот это самая большая проблема. Вот этот вакуум понимания, он и порождает активизацию России, которая действительно ведет себя абсолютно
нагло демонстрируя то, что она может как будто бы чего-то кому-то диктовать. На самом деле это потенциала и нет. Потенциала нет. Они не могут, грубо говоря, село под Покровском взять в военном отношении. В экономике я вообще молчу. Но при этом амбиций очень много, потому что они пользуются поточным моментом, вот этим вакуумом, и демонстрируют то, что они готовы идти на риск, готовы уничтожать целые города, лишь бы достигать каких-то своих имперских целей. Спасибо вам, господин Самус, за ваши эти обстоятельные оценки, с которыми вы поделились с нашими телезрителями. Скорейшей победы и мира вам и Украине. Спасибо. Слава. Спасибо, Украине. Огромное. Всего доброго. Героям слава. Спасибо. Мы лисецинг мэр украинцы горцанкирюча. Նոր աշխարհաքաղաքականության ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Միխայել Սամուսին իր գնահատականներով կապված Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ, որոնք իհարկե ուղղակիորեն նաև շոշափում են մեր շահերը. Այսօր թերևս այսքանը, կհանդիպենք արդեն վաղը. Բարին ընդձեզ.